Не хок, а ехали к вертолету и все. Ее опять обвиняют. Да ёпси мопси, да? Так, там я убил. Если я не вижу этого хабара, куда мне стрелять? Меня убили, говорю. Дух убил. Но не дрогнули коленки. Бронебойный подавай. Мы отварены не сметку. Значит, будет все в порядке. Выстрел. Вот уже РПГ чуть назад. Заряжай, год уже не 41-й. Мы дадим ответ конкретный на немецкую гармошку. Наш советский контрабас. Мы устроим фрицам шорох. Зацепились за пригорок. Нас отсюда не подвинуть и не выковырнуть нас. Это вам не Подмосковье, где мы истекали кровью, нынче и стоит горою. Да и Ганс уже не тот. Пробка жмутся у низины. Три немецкие машины. Вот один нашелся смелый. Подставляет правый борт. Выстрел, снова попадание. Быть наводчику с медалью. Мы в ответ словили плюху. Слава Богу, мы тебя, Иосиф Сталин, после боя подлатаем. А пока держись, родимый, здесь для нас замены нет. Подошли 34-ки, сейчас пойдут другие терки. Там совсем другая скорость. Мы прикроем их огнем. И для полноты картины на броню своей машины пару звездочек красивых после боя нанесем. Че, Долтон там чинит? Блять, ебать, я его убил, блять. Ху, блять, самая быстрая рука на Диком Западе.